Привет, друзья! Ну что, этот странный 2020 год вроде как потихонечку нормализуется, начинает проводить старты. И я сейчас в Бресте, где буду проходить олимпийскую дистанцию. Давайте пройдем ее вместе. Вперед! Для того, чтобы принять участие на соревнованиях, нужно принести справку о том, что ты не болен коронавирусом и не являешься контактом первого уровня. Вот она. Идем на регистрацию. Я хочу заниматься спортом. Отлично. Что для этого нужно сделать? Что-то мне лицо знакомое. Что такое? Зарегистрироваться? Улыбнитесь, пожалуйста. Распаковка стартового... Распаковка стартового чего? Пакета. Распаковка стартового пакета. Что это? Чип. Гель. Шапочка. И номер. А больше ничего не надо. Все. Пока мы готовимся, сейчас у профессиональных спортсменов суперспринт. Это 200 метров плыть, пятерку ехать и километр бежать. Очень динамично, очень быстро. 5, 4, 3, 2, 1. Пошел. В добрый путь. Запрыгнешь так? Больновато, мне кажется. А вот приближается лидер общего зачета. Последняя модель велосипеда. Аэродинамичность максимальная. Супер облегающая, обтягивающая велоформа. В общем, просто смотрите. Давайте, давайте, давайте. Финиш скоро. Не поел. Чего? Уже ж мало осталось. Я пришел посмотреть. Так а я думал, вы лидируете. Вы на первом месте шли. Не, ну я только пришел, уже можно махать отмашку. Не успели еще, да? Да. Ну ладно, ладно. В следующий раз повезет. Ну. Спасибо. Саша Васильевич, у которого я брал интервью, кстати, бежит босиком, представьте, чтобы сэкономить время в транзитке по асфальту. Вот он. Давай, Санька, давай, давай, давай. Вот вам, пожалуйста. А вы говорите, кроссовки найковские. Сумасшедшая амортизация. Босиком по асфальту. Легко. Давай, 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 давай. А вот это, друзья, профессиональный спорт. Или просто нехватка экипировки. Полтора километра плыть, 40 ехать и 10 бежать. Вот такая дистанция сегодня нам предстоит. Но сейчас уже заканчивается последнее приготовление. И в бой! Что? Нанотехнологии, да? 40, да. То есть новинка. Спасибо. Так, другая сторона. Как вот? На брудершафт получается. Да, 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 да. Молодец, оптимист. Проверочка. Добрый день. Здравствуйте. 146 номер. Это я. Пишем, да? Чип есть? Конечно, вот. Номер такой. Так, шлем и шлем достиг. Все хорошо. Отлично. Да? Спасибо. В троечке буду? Удачи. От вас зависит. Спасибо. Удачи. Будем, будем. Чемпионы здесь. Чемпион. Чемпион, ну что ты, как будто бы не ты, давай 5. Ну что ты? Я всех победю. Премиальный пополам. Какой номер? Стартуйте из воды. Это уже все сразу определено. Блин, все хорошо. Тренер стартует вместе с нами. Леонидович, ну что, поборьте со мной немного? Блядь, Юра, я у тебя злой. Хорош. В общем, давайте, чтобы я вас недолго ждал на финиш, окей? Работай, врачи. Разминка перед стартом. Плаваем. Водичка тепленькая, приятная. 22 градуса, кстати. Или 21, что-то такое. Гидрики разрешены. Ну, водичка такая, немножечко мутненькая. Смотрите сами. Куда все плывут? Мужик, ты куда пришел? Здравствуйте, как здесь рыба есть, нет? Да. Есть какая? Крупная? 50, да. А хищная есть? Есть.
Они схватят за ногу? Нет. Мы в безопасности? Нет. Спасибо. Но если что, кричите, я думаю. Все, спасибо, спасибо. Можно плыть теперь, не боясь ничего. Я прошу прощения, объявите, пожалуйста, в микрофон, что нужно всем подписаться на канал W. Подожди, я просто не знаю, что это такое. Сейчас... Нет, я просто такие, ну это же, это как я понимаю. Ну будет пройти, нет? Ну, с какой стороны? Может, договоримся? Нет. Нет? Это дорого. Это очень дорого. Все-таки можно договориться, ну, что ли? Можно, да, но это. Не-не-не, все, это запикаем, нельзя. Мы за честный спорт. Может быть, я смогу как-то предложить вам. Я, в общем, хочу дать вам. Деньги. Брифинг, который мы заслужили. Так, у нас здесь спор возник легкий. Давай условия. Если я делаю мастера спорта, я Юре проставляю ящик коньяка. А это 1:58. Ящик коньяка. На минуточку. Работает? А можно за 2:58? Спасибо. Я тогда два ящика. Хочу выйти из 3 часов. Все, супер. Спасибо. На два ящика забились. А если кто еще? Кто еще? Юра поднимается на глазах, да? Карьера пошла. Но вы же понимаете, что он просто оговорился, разволновался перед стартом и сказал вместо изотоника коньяк. Потому что мы против алкоголя. Алкоголь — это зло. Не пейте его ни в коем случае. Ну все, стартуем, поехали. Пожелайте мне удачи. Опа! Едем уже вялый там. Кинул с собой камеру. Буду держать вас в курсе событий. 40 километров едем. Вперед. Гонка, кстати, без драфтинга. Поэтому еду на разделке. 8 кругов вокруг гребного канала. Трасса плоская, ровная. Едем. Красиво едешь. Приятного аппетита. Режим питания нарушать нельзя. Половина дистанции позади. Ветерок прилично гуляет. Даже не знаю, слышно меня или нет. Едем дальше. Заключительный круг. 5 километров осталось. Средняя в районе 34,5. Но еще впереди бег, а некоторые ребята уже бегут. Юра, красавчик! Достану его. Все, сейчас побежим. Десяточка впереди. Прибавьте немного. Главное улыбаться. Главное получать удовольствие, да? Конечно, обязательно. Ну все, ради этого мы этим и занимаемся. Согласен. Супер. Как дела у вас? Все хорошо? Прекрасно. Скажите, а что вы чувствуете в данный момент? Наслаждение. Наслаждение, да? Удовлетворение. По-моему, вы даже не напрягаетесь. Конечно. Ну-ка, покажите технику профессионально. Я парю. По-моему, вам плохо, молодой человек. Что вы можете сказать вообще по поводу дистанции? Мне очень хорошо. Вы можете наблюдать ту тучу? Конечно. Справа. Она тоже прекрасна. Да? Как и все здесь вокруг. Все, уже совсем не весело.
заключительный километр. Финишная прямая. Ну что, а что, что, что? Нет? Нет, не сегодня. Нет, нет, ну я разбирал 3 часа, как обещал. Было? Ну, да, все. Было, все, с 3 часов вышел. Супер. Не сегодня. Нет? Короче, не выплыл я из 25, не проехал из часа. Молодец. И не пробежал из 35 минут. А это что значит? А это значит... Что все впереди. Все впереди. Красавец. Да, все еще впереди. Ну что, остался я без выигрышного изотоника. Блин. Друзья, мой результат 2.29. Я занял 5-е место в своей возрастной группе и так и не добрался до пьедестала. Но главное, что получил удовольствие и положительные эмоции. Это был промежуточный, такой подготовительный старт к Минскому триатлону, который пройдет 16 августа. Обязательно приезжайте в Минск, это будет настоящий праздник триатлона. Ну что ж, друзья, до встречи в Минске 16 августа. Даже 15-го на брифинге. Обязательно подходите, будем знакомиться, соревноваться, общаться и просто классно проводить время. Хороших вам тренировок и стартов. Пока!